По словам местных жителей, в 11 утра по Москве в районе блокпоста на Кургане, который находится на выезде из Харциска, был нанесен авиаудар украинских карателей, вследствие чего загорелось поле, которое позже было потушено. Повреждены провода, сам блокпост цел. На данный момент в Харциске тихо. Ожидаем подробностей. 9 украинских снарядов разорвались в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ региона Василий Малаев. Он уточнил, что по предварительным данным в результате попадания снарядов никто не пострадал. Повреждений тоже не зафиксировано. Ополченцам Донецкой Народной Республики удалось захватить БТР Нацгвардии около села Степановка Шахтерского района на границе с Россией, где продолжаются интенсивные столкновения, рассказали в штабе ополчения. Луганск остается без света и воды. В городе разрушена больница. За сутки под артиллерийский обстрел попали несколько жилых домов, поликлиника и детские ясли, а также две котельные. Здания получили частичные повреждения. Поврежден также газопровод. Без газоснабжения остались более 4000 абонентов.